десятки тысяч подлинных документов. А если быть точным, сотни тысяч документов. Всего более 702 тысяч единиц. Основным источником сведений о судьбах военнослужащих являются извещения из воинских частей, письма, личные документы самых разных форм и самого разного содержания. Даже корешки, расписки о вручении извещений родственникам, даже они являются тем документом, который может при отсутствии прочих документов свидетельствовать о том, что на воина того или иного было извещение. Следующим объемным массивом данных являются сведения о судьбе военнослужащих, которые до недавнего времени находились в органах соцзащиты населения. Раньше они назывались органами социального обеспечения. Сейчас все эти законченные производством пенсионные дела находятся в архивах пенсионных фондов в каждом из регионов. С любезного разрешения руководства отделения Пенсионного фонда России в Архангельской области мы сумели ксерокопировать, благодаря помощи специалистов Пенсионного фонда, извещения, хранящиеся в пенсионных делах, законченных производством. Извещения из воинских частей, из управления по учету потерь рядового сержантского состава и из военкоматов. Далее в нашем перечне важных для определения судьбы человека документов, которые могут сохраниться в военкоматах, являются книги учета извещений этих военкоматов, то есть книги учета поступления извещений из воинских частей и прочих инстанций. Следующим массивом сведений, который может сохраниться в отдельно взятом регионе, а также в военкомате, являются именные списки на погибших и пропавших без вести военнослужащих, которые не подлежат систематизации по алфавиту начальных букв фамилии. Это либо ведомости подворного опроса после войны, как мы его называем, то есть сбор сведений о невернувшихся призывниках этого военкомата. Это разнообразный список поступивших из воинских частей о гибели, которые были на одном листе и не подлежали ни разрезке, ничему. И, конечно же, нельзя не упомянуть о копиях подлинных документов, которые хранятся в пенсионных делах офицеров в каждом областном или республиканском военкомате. С разной степенью качества мы отксерокопировали и подлинные извещения, и выписки из приказов Главного управления кадров Красной Армии, и переписку областного военкомата, касающуюся выяснения судьбы военнослужащего, конкретного офицера, и прочее. Сведения более чем 3700 офицерах, у которых в первом издании книги памяти Архангельской области отсутствовало место убытия или иные другие сведения, мы перепроверили в Центральном архиве Министерства обороны. Еще одним важнейшим массивом сведений явились почти 10 тысяч карточек, изготовленных для нас по материалам фильтрационных дел и немецким карточкам военнопленных специалистами Архангельского регионального управления Федеральной службы безопасности. А что касается сведений по учету личного состава призванного на военную службу, то эти сведения находятся в книгах призывов военкоматов самых разных видов, форм и сохранности. Открываем любой лист навскидку. Рукописный почерк, как правило, чернилами, залепленными уже нами при восстановлении этих книг после получения их из военкоматов скотчем. Частенько с указанием судьбы отдельного конкретно взятого воина. Например, здесь указано, что он мобилизован, а вот чуть ниже, что он убит. Вот опять демобилизован, вернулся, умер от ран. Важнейшим дополнением книг призыва являются призывные карты. Третьим важнейшим источником, дополняющим сведения о призыве, являются именные списки призванных в РКК или списки призывных команд, которые также могут быть в каждом военкомате. И, конечно же, нельзя не упомянуть о книгах учета демобилизованных. Также важнейшим массивом данных являются сведения родственников воинов.
В данном случае здесь вы видите папки с запросами. Их очень много. Практически каждый из них проверен в Центральном архиве Министерства обороны или в Военно-морском архиве, или в Военно-медицинском.